Друзья, здравствуйте! Мы опять в Турции, и сегодня мы посетим пекарню Шах. Посмотрим, как изменилась за последние 4 месяца эта пекарня. Идем? Let's go! Здание немного полуподвальное, стоит на склоне. Там идет выгрузка, муку они опускают сюда, по желобу. Мука в мешки скатывается, здесь у них идет хранение муки. Стоит мукопросеиватель, то есть муку поднимает по шнеку и усеянную через сито. Там стоит магнитоуловитель, дальше мука идет подготовленная, очищенная, тестомес. Ух, скоростной замес, когда без скорости у тестомеса идет и нагрев. Чтобы этого нагрева избежать, добавляют лед. Лед во время нагревания растаивает, и у них температура теста очень холодная. Чтобы было проще и легче поделить. У них тесто выбрасывается потом. Количество дрожжей как бы чуть больше.
Отойдите, пожалуйста. Конечно. Спасибо. Спасибо. Это вода, танкеры для воды. А вот это газ, сжиженный. 5 тонн хватает, говорит, на 5 дней. Вот, то есть два синих баллона, это фильтра. Удачи.